Всем привет, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт 1.17.0 на сервере InMine. Куда мы падаем? Не падаем в воду. Тупо как-то. О. Один порт. Сменить порт на 136. Ладно. На 136, так на 136. Подождите, я так еще на 100, еще на 136. Или, а, ну, без Xbox не пускают на этот самый. Так, какой пароль? Вы не узнаете. Так, я зарегистрировался. И, первым делом, давайте получим кит старт. Набор игрока. Ну, у нас игрок. Так, и давайте на РТП построим себе РГ-дом. РТП, тут игрок какой-то меня убить хотел. Ты его гарантию. Что-то InMine очень забит. И он мне что-то уже не нравится. Хотя, о! Хотя хорошее такое место я сейчас нашел, мне кажется. А рыхлый снег, обновление с рыхлым снегом. Горы топовые. Давайте прям так и на горе построимся себе. Вот здесь. Тут мы и строились. Подожди-ка, тут есть приват. Ам. И что это все? А. Там спереди типа нету привата. Ладненько. Это был баг какой-то. Ладно. Делаем себе РГ. Вот. Тут места даже нету для РГ. Это одну секунду. Что-то мне не хочу уже на горе, тут места нигде нету. Вот тут можно. Давайте делать РГ. РГ пос 1. РГ ванд. Я уже Майнкрафт давно не играю. Я помню только старые всякие команды. Мы выбрали первую точку. Видите? Надо присесть для безопасности.
Это сервер очень жестко обновился. Не был таким. Когда я последний раз на нем играла. Да. Клайм. Название региона. Давайте. Сергей тут так пусть будет под мой ник. Мама не. Ргмашер. Так. Логи. Как флаг добавить? Где флаг? Может, наверное, вот так. Понял. Потом разберемся с этим флагами. Пока что давайте убежище себе сделаем, ну, домик, так сказать. Домик я не буду заморачиваться этим домиком. Построим домик не огромный, потому что блоков у нас нету. Мало дали. Сверху я сделаю 1 вперёд. Еще бы на дверку хватало. Такой у нас домик получился. Странный. Но дом как дом. Нам ведь дом был нужен, а не хорома. Наденем на себя. И смысл-то какой? Прикольный сервер. А вот смысл выживания тут такой. Выживай, пока можешь. Это я придумал. Верстачок надо скрафтить. Токс. А тут насчет дверки. Не будем заморачиваться, а скрафтим так. Секундочку. Так. Скрафтим.
крафтим у нас палочки. Факел. Все. Ну что, дом первоначального, так сказать, выживальщика готов. Прикольно. Давайте установим тут сетхом. Сетхом один. Один. Просто мою точку один. Кроватки у нас не будет, значит. Но пока что вот так. Думаю, на этом можно закончить. Ждите вторую часть. Всем пока-пока!